Сообщение 110. Одно дело заплатить 800 рублей, ехать на Блаблакаре, тебя где-нибудь там высадят. И потом еще оттуда, где тебя высадят, на такси добираться до аэропорта. А тут сразу на такси сел и сразу. Один вариант. Но все равно пока еще рано. Все равно все равно вылетает, да. Пути обратного отхода, да. У тебя какое дальнее расстояние куда-то ездил? Тогда и платок, наверное, не было, да? Больше не было. Там пожили, блядь, на 14. А обратно на автобусе. Ой, блядь, да, вообще с крючками. Да, то еще удовольствие. На садовод мы это приехали. На садовод привозят, да? Я вот вообще автобусы ненавижу. Конкретный автобус, да. Был вообще просто. Там чуть ли не с курями, понял, вот это вот. Ага. Когда он захочет, тогда он, ну не когда захочет, а точнее остановки там по расписанию. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110. Слушай, если... Сейчас. В Волгоград я вообще один раз вообще прям с таким комфортом мы ехали. Почти на новом разровели блок. Вообще прям... Это куда? Волгоград. В Липецке. Там еще за Волгоград 300 километров. Если у нас самолет в 10, по-моему, да, я смотрел. Гонять панальчик с московскими номерами, да? Да, там много таких корпоративных машин. В 10:45 вылет. 10:45. Соответственно, в 9 мы должны быть в аэропорту. Где-то в 7:30, наверное, выехать из Нальчика в 7:30 утра. Эту машину передать либо сегодня ночью, либо завтра ранним утром. Не знаю. Либо завтра ранним утром. У нас свет включен, да? Да, конечно. Я пугал сюда со светом. Правда, да. Ну, блин, ну, по статистике,
лет, но многие ездят пьяные. Пьяные просто забывают включить его. Слушай, а ты не в курсе, за сколько ребята мотор купили? За пятак, что ли? За пятак? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. О, что-то такое. Через 500 метров держитесь левее на европейский маршрут. Кат такой был бы, да? Ага. Скоро американцы поставят платный кат еще. Пиздец, как он пользовался по популярности, да? Ну да. Не разгрузил по основной. И
те, кто могут себе позволить заплатить. Ну, смотря сколько бы он стоил. Было бы там 100 рублей весь МКАД по кругу. Километр рубль. Можно было бы, в принципе, и проехать, если без пробок. От этого нет новостей. Хижняка? Не, не от хижняка, а кто там этот? Тёма Салой, по-моему, был когда-то. Да. Встретиться точно. А, вчера же должен был, да? Да, но он говорит, я не поеду сегодня, желательно поедете. Что-то там жена у него говорит, голову проебала, как он выйдет, уже поздно. Ага. Типа, ложись. Может, на следующий Газпром заехать за кофейком? Глядя на Ленчик. Ребят, да. А может, не обязательно даже Газпром. Хотя там европейские, по-моему, номера были, да? То есть это не Грузия. Европейцы там синий был этот значок, я успел в зеркало заднего вида увидеть. А Грузия это Европа. Грузия точно не Европа. И у них этот на номерах их флаг грузинский. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. А там типа. Синий кружок и звездочки по кругу, типа Евросоюз. Может, Грузия уже стала Евросоюзом? Колония Европы. Впереди пункт оплаты. Раньше такие рубли 15, 30 рублей были, но может и сейчас тоже. Так, нам нужна. Нам нужна, да, желтая такая. Можно убрать. А, там крест просто. А вон еще сильно правее. А там PayPass. Да ладно. Ну-ка.
почему. Сколько баблишка вам надо? Хайлова. 44 это Липецк. 48, по-моему, Липецк. 44 это Калуга. Не помню. Костромская. О, Тульская область уже. Нормально мы пролетели московскую. Даже не заметили. Что-то можно с собой одеть, такое слышал.
Так, слушай, что ты думаешь? Нам, наверное, нужно будет все-таки, да? Или пока обойдемся? Пока мы, наверное, продвинем чисто свои объявления. Угу. Если будем там всякие оплаты, продвижение какое-то. Можно будет, в принципе, и Ири установить, правильно? Да, а этот как его? Есть еще какой-то там момент, виртуальные телефоны, как это работает? Это нужно зарегистрироваться на сервисе этом. Нужно зарегистрироваться на этом сервисе, покупаешь номера. Ты делаешь ту же самую всю процедуру. Единственное, ты теряешь людей, которые не звонят, а пишут. Вот они будут писать, и мы этот не смс, а этот смс-ки никто не пишет. Пишут этот сообщение в приложении. Я думаю, что пишут в Авито, уже их важно. Мы их можем видеть, если будем постоянно с компьютера скакать по разным вкладкам. Но там цена гораздо интереснее. Во-первых, там все звонки, настраиваешь переадресацию, и все звонки поступают на твой один телефон. И на 10 телефонов не нужно с собой. Вот. И сюда зарядки проблемы каких нет. Да. Авито не покупает эту хуйню? Нет. Нет. То есть можно сделать 10 объявлений на 10 виртуальных номеров. Да, 10 разных аккаунтов нужно будет делать на 10 разных номеров. Но делать это нужно будет, знаешь как? Делать это нужно будет с разных IP-адресов. То есть подключать, заехать в один МакДак, подключиться к Wi-Fi, выложить объявление, заехать там в Burger King, заехать где есть Wi-Fi вообще, подключаться и делать вот так вот разные объявления. На других следов не оставляет телефон сам? А не с телефона делать, а с компьютера. С компьютера через... А можно, наверное, попробовать из телефона через режим инкогнито. Но я думаю, честно говоря, вот в первую очередь нам достаточно 4 телефонов. 2 у меня, 1 у тебя. И ну, я все-таки предлагаю на Ирин тоже вот посмотреть, посмотреть на реакцию, как вообще будет. Надо будет ее поднатаскать, чтобы она ну, на основные азы, там, основные вопросы отвечала. А если уже что-то более там сложное, ну это на тебя, что переадресовать. Было вообще круто, знаешь, как эти в техцентре говорят, сейчас я вас соединю с ремонтным цехом. Чпок и перед. Можно такое сделать. А как это делается? Но это, по-моему, нужно виртуальную АТС-ку покупать, да? Оформлять, да. А это где-то 3-5 в месяц. Да. Не так и много, на самом деле. Но если будет там...
если вот помимо Иры взять еще одного человека, еще одного, да, вот таких. А как ты думаешь, сколько люди за такую услугу захотят? Ну, что им придется за, на звонки отвечать? Какой-то процент доехавшего человека. Надо думать. Мониторить, смотреть, кто вообще что предлагает. Ну, как смотри, вообще это работает? Как ты думаешь, допустим, 10% с 10% с доехавшего клиента? То есть объявили клиенту пятерку, он за 5000 приехал, ну 500 рублей за то, что нам подогнали. Да? В принципе, 500 рублей за отвеченный звонок, я думаю, это совсем неплохо. Ну да. Сколько звонков будет? Желательно будет создать некую группу, в которую люди будут писать, что там звонил такой-то, такой-то, приедет там тогда-то, тогда-то. Это еще даже лучше схема, чем Сеня что-то там рисовал. Но о ней не разглашаемся. Кстати, Сеня вовремя телефоны забрал. Там в выходные приходили смски на все телефоны, что будет списана абонентская плата. Да?
130, сколько? 8. Так, общее бронирование, обхват. Парусность, да, вот он едет, да, не знаю, какая у него парусность, сопротивление какое. Инстаграма. Я надеюсь, там есть магазинчик. Маршрут перестроен. Маршрут перестроен. Ты как, будешь выходить? Да. Положение определено. Как с утра, мы уже больше, почти 2 часа на работе. Блин, время уже 6 почти.
говорил. Мне кажется, туда кофе надо убирать. Куда? Туда. То улетит нахрен все. Или в руках просто. Да. Блин, как мне вчера этот каталик порадовал. И вес у меня нормальный, 800 с коинга. Не, один. Второй-то это. Восток куда максимум ездил? Восток. Да, ну куда в сторону, там Казань. Куда? Еще не ездил. Турецкий гамбит по телевизору смотрел. Что вообще, щебень или что? Не знаю, галька может быть. Не знаю, что. Вот, красота.
Южника. Почему до Южника? Что там, Сурбину же было, наверное. Как? Там Плену или зарегистрирован, что ли, здесь? Ну, живет в Плену, а ездит на работу, да. Да, твою мать, это не тот блин. Другой блин? Тот блин, где живет Хижняк, он на севере находится. Да. Там он на юг едет. Значит, думаю, как управлять это? Так-то. Так нравилось Opel. Бля, сейчас такой он вот как-то стал. Правильно уставевший, блин. Давайте останавливайте нас, сигареты достану сумки. Вот, да. Мне кажется, нахуй никому не нужно в дачной Тойоте. Иногда бывает тормозят. Даже заставляли сходить анализы сдать. Так? Да. Ну, там же видно. Это у меня два раза всего в жизни такое было. Это первый раз перед Казанью, а второй раз перед Тюменью.
работает лучше, чем просто пиление удаления катализатора. И все. Ну, точечное ты имеешь в виду? Да. Ну, это вот у меня есть. Я тебе говорю, я сделаю лучше, чем сделал до этого. Чем сделал в сене. Да, чем я сделал, оставил в сене, я сделаю еще лучше. Я вчера Коляну предлагал, давай телефон попили. Слышал, да? Да. Он что сказал, как отреагировал? Подумаем завтра. Сеня будет против, миллион процентов. Пусть подавится ему. Я в броне. Надо придумать картинку. А для этого, если мы берем Hyundai, нам нужен логотип Hyundai. У меня есть фотки вчерашние Hyundai на подъемнике. И труба с двумя этими каталиками. Ну, свои у меня тоже есть. Я что, отправлял? Нет? И я еще сам фоткал. Штук 10, 100 на 100, штук 10, 110 на 100, 110 на 100, вот такие вот понабраться. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Так. Гуглим. А, чё хреново, этот интернет плохой здесь. Так, тип. Камера в спину. Ограничение 90. И прям в это объявление запихнуть все хэштеги по Hyundai, все марки, модели. Ну, марка одна Hyundai, все модели. Как правило, они в основном едут на катализаторе Hyundai. Потом какие еще. Да, да. Знаете, вот такие вот популярные.
меня с одного аккаунта выкладываю два разных объявления с одной услугой, то они блокируют это объявление. Да. Да. И для этого нужно будет купить вот смотри, магазин. Так я за каждое объявление. Да, магазин. Так я за каждое объявление буду платить где-то рублей, ну, по 1000, наверное, придется. Вот это как бы немало, да? А так, приобретая вот пакет на 10 объявлений, это выйдет где-то в районе 4-4,5 тысяч. Это разумеется. То есть это по 450 рублей за объявление, не по 1000 рублей за объявление, а 400-450, где-то так.